Вас ведае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Маргарыта Котава. Глядзіце ў гэтым выпуску. Выставы, конкурсы і канцэртныя праграмы. Сёння «Гомель» святкуе дзень нараджэння. Сярод галоўных задач аграрыяў рэгіёна сяўба зімых збожжавых культур і уборка агародніны. Навучыць ствараць сапраўдныя шэдэўры мастацтва. У вёсцы Чырвоны Бор Жыткавіцкага района навучаюць дзяцей разьбе па дрэве. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Сертификаты от Гомельского облвыканкама, выстава виноградаров и пропановы от мяса молочного холдингу. Сегодня Гомель святкует свой 878-й день нараджения. Организаторы мкнулись сделать свято максимально разностайным и цікавым для всех. Подробности в материале наших корреспондентов. Город майстров и рамесников начал работать у сквера имя Громыки еще до официального открытия свята. Пропановы на любой густ, причем все выключно эксклюзивная продукция. От детских цацок и талисманов до оригинальных сувениров из металла. В летний период у меня пчелы, я больше занят на пасеке. Ну, мастерскую, конечно, свою я оставляю. А зимой, когда уже пчелы у меня уже собраны в зимний период, тогда у меня уже начинается гальванопластика. Я занимаюсь гальванопластикой плотно. Как бы больше времени свободного, так и вечера долгие, темные, и занимаемся картинами. Выстава винограду, мероприемство, якое у рамках святкования Дня Гомеля, проводится не вельми давно, але уже корыстается великим попытом. Как оказалось, аматоров этой ягоды сярод гамяльшан вельми шмат, при том, что и выбор великий. Личится, что сегодня в Беларуси можно выращивать каля 500 гатунков. Считали, что в среднем в Беларуси вызревает до 500 сортов. Ну, а сейчас селекция идет вперед, поэтому вызревает гораздо больше. То есть диапазон очень широкий. И есть еще учитывать технические сорта, то есть там для соков. И не только соки, если при желании у нас можно хорошую отрасль винодельческую наладить. В принципе, сорта сейчас выбор большой. Выбор большой, просто этим надо заняться. Площадь Ленина в День города стала своеобразной визиткой установ адукации. Тут и молодежные флешмобы, и кулинарные шедевры. А позднее, до речи, выработали наученцы Гомельского колледжа кулинарии. На наступном тыдне яны будут представлять нашу область на республиканском чемпионате лепших по профессии молодых специалистов. У этих споборництвах установа прямая удел с 2014 года, и николи ее представники не вертались без узнагород. Готовимся каждый год. У нас разработана целая программа подготовки, стажировок. Мы в рамках этой подготовки сотрудничаем с Российской Федерацией и с Республикой Италия. Ездят туда наши специалисты на стажировку и сами на участие в конкурсе. Зрабить свято цікавым для всех. Эту задачу организаторы вырашили самыми разными способами. На той же пляцовце установ адукации организовали майстер-класс с уделом коваля. Поспробовать свои силы пропоновали у тымлику и подлеткам, что дозволило им реально оценить свои махшимости. Для неготового человека это сложно, да, руки все забились, но это очень интересно. Интересно вот изготавливать всякие вещи там разные. Интересно, ну, сам процесс интересен. Пляцовка для демонстрации спортивных досягнений – набережная Раки Сож. Головные удельники – выхованцы детяшо-юнацких специализованных школ. Тут и деющие чемпионы разных узровнев, и будущие медалисты. Борец Владислав Ананенко свои силы оценивая адекватно. А тому спочатку разлишивая на чемпионский титул республиканского узровню. Стать чемпионом республики, чемпионом Европы, чемпионом мира. Выиграть все, что только возможно. Все реально. Люди ж добываются, значит, всем все реально. Еще одна пляцовка, якая выкликая повышенный интерес у гамельшан и гостей города, подрихтована супрацовниками Держаутоинспекции. Тут и выстава техники, якой милиционеры корыстались ранее, ти корыстаются зараз. У областной ДАИ рыхтуются до створения уласного музея службовых машин. Але сегодня это еще не экспонаты, а тому их можно выкористовывать как своеобразные фотозоны. Тут же можно отримать и уникальный документ – детячее водительское посвящение. Необходимо только пройти тест на ведание правил дорожного руху, термин деяния до досягнения полнолетия. Стараемся напомнить азы правил дорожного движения. Дети с удовольствием решают какие-то задачи, направленные на безопасность дорожного движения. Также представляем здесь технику, которая использовалась сотрудниками органов внутренних дел раньше. Также показываем современную технику, на которой сотрудники работают в настоящий момент. Гражданам очень интересно.
12 годин дня 12 вересня 2020 года. На главной пляцовце свята начинается официальное открытие Дня города. 878 день народжения Гомель сустракая квітнеющим, утульным и солнечным. Только за опошний год тут открыли школу, несколько дитячих садов, бассейн, поликлинику для дорослых. У ближайших планах будовництво еще одной школы и обновление будовництва так званого усходнего обыходу, який станет одной из основных транспортных артерий у Гомеля. И в якости подарунка от облвыканкама три сертификаты по 1 миллионе рублей кожный. На открытие спортивно-гульневых пляцовок, реконструкции приемного отделения больницы худкой медицинской допомоги и узведение научальной установы у микрорайоне Хутор. И в рамках этого же официального открытия вручение посвящения об занесении на городскую дошку гонору. Лепший сярод районов – Новобелецкий. Лепшее промысловое предприемство – акционерное товариство «Мілкавіта» и «Гомель Железобетон». И в якости уже неофицийной частки – великий концерт с уделом зорок белорусской эстрады и мясцовых творчих коллективов. Концертных пляцовок у Гомеля в этот день увогуле шмат. Бадай одна из самых великих – каля Лядового палаца, где проходит организованный мясомолочным холдингом «Мясмолфест» – фестиваль ежи, музыки, разностайных конкурсов и доброго настрою. Протягу 12 годин без перепынков. Очень нравится праздник, и мы любим такие мероприятия массовые. Мы очень всегда активно участвуем во всех конкурсах. Круто, здесь много людей собралось, круто организаторы сделали. Нам здесь нравится, потому что здесь много аттракционов, музыка постоянная. Хочу сказать, что все прекрасно. Беларусь наша на высшем уровне. Все. Спасибо за такое настроение. Да. Все, всем вам всего хорошего. Олег Сенцюров, Сергей Красноворот, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель. Этап за этапом на Гомельщине проходят полевые работы. Сярод головных задач аграрного региона – сяуба зимых збожевых культур и уборка огороднины. Праца за зимами – процесс отказный. От того, насколько пильная она будет выконываться, залежит устойливость посевов до внешних факторов. А сбор любимых усими бульбы, цибули и иншей огороднины – добрая нагода оценить урожайность, поравнать поспехи сёлетние и летошние. С ходом полевых работ у Гомельском районе ознайомилась наша здымочная группа. Агрокомбінат «Паўднёвы» не збавляе абароты. Работы ў полі, ад усходу і да захаду. Бо галоўная мэта – максімальна якасная сяўба. Плошчы засталіся ранейшымі – 1700 гектараў. Умовы для іх асваення спрыяльныя. В плане труда работаецца хорошо. Питання у нас двухразовае. Для работы поле все соблюдено. Своевременно все свои запчасти. Техніка немного обновилась. Ну, в целом все хорошо. Под азимой у Трицикале отведено 800 гектаров агульной площади. Остатняя, наибольшая частка – под пшаницу. Миновито яе зараз сеют працовники агрокомбината. Сорт пшаницы – богатка, першей репродукции. Ён добра переносит холод и засуху, и урожайность дае выдатную. Зерня отрымливается наполненная с доброй клейковиной. Керовники процессу упэўнена сцвярджают. Работы выканаюцца до конца месяца. Оптимальная доза внесены фоза азотно-фосфорное калийное удобрение перед посевом. Все в срок. Семена протравлены, обработаны. Посев идет в оптимальные сроки. На данный момент на посевной задействовано 3 посевных агрегата. Более 100 гектар высевают в день. Уборка бульбы – еще один важный пункт у плане працовников села. Ксупця Плічная с летним урожаем задоволена. Ён лепш, чем у минулым годе. При этом аграры отзначают – большая колькость опадков была бы не лишней. За 1 гектара тут сбирают 200 центнеров бульбы. Тому план у 6,5 тысяч тонн – цалком реальная мета для предприемства. Убираем сейчас сорт «Бриз» – картофель. Вот, убрано уже 18% от всей площади. Общая у нас площадь 320 гектар. На двух отделениях. На сёння у Гомельской области засеяно каля 30 тысяч гектаров азимых збожжевых. Это каля 15% от агульнага плана. Что тычыцца бульбы, план уже выкананы больше, як на 10%. Миколай Скінцян, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель. Комфортные палаты, новый кабинет для спели, терапии, ингаляторы, кропки подачи кислорода, сучасное медобсталявание. У туберкулезной клиничной больницы после реконструкции и капремонту открылись пульмонологичные отделения. А зараз тут все продуглежено для якостного лечения пациентов и зручной работы персоналу. Марина Сиверьянова с подробностями.
Татьяна Шебушева – заслуженный врач Республики Беларусь. У тубольницы працует 37 годов. Пришла сюда одразу после ВНУ. Кажет, что такой прихожести тут николи не было. А зараз и новые кабинеты, и утульные палаты. Навод есть три люксовые с телевизором и микрохвалевкой. Закупили необходимое обсталевание. Побач с кожным ложком установили кислородные кропки. Одним словом, медикам працовать, а пациентам лечиться тут будет нашмат легче. Усяго пульмонология различена на 130 пациентов. Мы находимся с вами в кабинете спелеотерапии, где осуществляются солевые ингаляции для наших пациентов. Это один из методов терапии пациентов с хронической обструктивной болезнью, с хроническим обструктивным заболеванием, с хроническими бронхитами. То есть маленькая миниатюра, скажем так, спелеолечебницы, которая в Солигорске, но поскольку не все могут туда попасть, это рассчитано больше для пациентов с бронхиальной астмой, то для наших пациентов мы устроили вот такую мини-лечебницу. Будовля, якая ведется побач с пульмонологичным корпусом, кислородная станция. В ее будут находиться 2 5-тонные емистости, а так само резервовые баллоны с кислородом. Зарабить все это примусила ситуация с распавсюджением коронавирусной инфекции. Пришлось изменить першопочатковый проект и закласти будовництво станции у кашторисную документацию. Запуск запланованы на ближайшие месяцы, а пациенты у новой пульмонологии пошли лечить уже у кастрышнику. Коллектив, конечно, очень доволен. Вы сейчас увидите эти лица и сможете посмотреть в их глаза. Первых пациентов, поэтапно будет перевод всех отделений. Первоначально переедет приемное отделение вот на эти площади, диспансерное отделение, а потом поэтапно переведем все лечебные отделения, потому что, нужна какая-то подготовка и, в общем-то, одномоментно это все непросто сделать. Поэтому я думаю, что к октябрю месяцу мы уже переедем полностью всем составом. Оборудование полностью поступило? Да, оборудование поступило полностью, никаких проблем нет, все введено в эксплуатацию, все функционирует. Пульмонологичный корпус был побудован 38 годов тому. За этот час тут робили только бягучий косметичный ремонт. У 2014-м будинок закрыли на реконструкцию. У 2017-м за отсутности финансования работы вымушены были припынить. Сюлета по распоряджению старшини Гомельского облаканкама Геннадия Соловья были выделены необходимые сроки на завершение реконструкции. Усяго каля 2 200 000 рублей. Закуплены видеостойка современная, бронхоскоп, гастроскоп, стерилизаторы, кардиографы, баки для проявки пленки, и другое оборудование, которое позволит уже сегодня в современных условиях оказывать не только работать медицинскому персоналу, но и оказывать помощь пульмонологическим пациентам, которые нуждаются в том числе и в кислородном обеспечении. В рамках пандемии, которая сегодня есть, как раз таки система кислородообеспечения, она играет одну из ключевых ролей. На черзе будовництва корпуса больницы худкой медицинской допомоги и оснащение его аппаратами КТ, МРТ, ангиографом. Так само в перспективе узведение корпуса инфекционной больницы, который будет различен на 126 мест. Марина Северьянова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Комитет державного контроля проведет черговую прямую телефонную линию. У понеделок жыхары региона смогут звернуться по питанию несвоечасовой выплаты заработной платы. На прямой линии будет наместник старшини Комитета державного контроля Гомельской области Алена Коваленок. Звертаться треба с 15 до 16 годин по номеру телефона 23 83 78. Гомельский областный союз наймальников и Гомельский филиал Национального центра маркетингу и конъюнктуры рынку организовали семинар для представников предприемства. Мета – проанализовать основные помылки заказчиков и поставщиков при проведении закупок. Вядома, процедура закупки материалов необходима для обеспечения работы организации. Важно сделать этот процесс как можно больше эффективным. Задача семинара – обмерковать, что при закупках делать нельзя. Самые распространенные ошибки – это, конечно, сужение конъюнктуры рынка. То есть, когда предприятие некорректно проводит этот анализ, это так называемая борьба с недобросовестным посредничеством, это игнорирование интересов отечественных производителей. Кураторы семинара означают, час не стоит на месте, нормативная база по закупках потребует измен с уликом сегодняшних реалий. Это еще одна важная тема для обмеркования.
Тем более я хочу сказать, что буквально на пару недель назад в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли проходило совещание по внесению изменений вот это 229-е постановление, которое мы сегодня обсуждаем. Поэтому, может быть, с учетом того, что сегодня состоится обсуждение, мы дадим еще ряд дополнительных предложений на эту тему. У апошнем электронном кірмашы вакансій прыняли удзел 8 гомельских прадпрыемстваў. Суіскальнікам прапанавалі 241 вакансію. На адзінай пляцоўцы e-vacancy.by размясцілі інфармацыю гомельскі хімічны завод, Цэнтраліт, Гомсельмаш і іншыя арганізацыі. Найбольшую колькасць вакансій прапанаваў завод ліцця і нармаляў – 109 працоўных месцаў. Суіскальнікі даведаліся аб умовах працы і перадалі рэзюме ў спецыяльным чаце. Наступны электронны кірмаш вакансія адбудзецца 24 верасня. Як адзначаюць ва ўпраўленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гомельскага гарвыканкама, паслуга сапраўды запатрабаваная. Вообще-то на сегодняшний день уже 10 мероприятий проведено. В этих 10 мероприятиях, в электронных ярмарках вакансий, приняло участие 65 организаций в городе. И самое важное, что посетили, значит, жители города Гомеля данное мероприятие, установлено 4000 человек, то есть 3980 человек. Это говорит о том, что если мы начинали из 3-4 предприятий, то сегодня в среднем, вы видите, что получается около 10 предприятий, это как минимум принимает участие. Палепшыць жыллёвыя умовы, атрымаць адукацыю альбо прайсці лячэнне. З пачатку года датэрмінова скарыстацца сямейным капіталам вырашылі звыш 3000 шматдзетных сем'яў. Гэта каля 20% ад усіх, каму ён быў прызначаны ў Гомельскай вобласці. Больш як 90% сем'яў мелі патрэбу ў вырашэнні жыллёвых пытанняў, па 4% ў платным навучанні і лячэнні. Прычым сродкі можна траціць не толькі на дзяцей, але і на іншых членаў сям'і, на якіх выдзяляўся капітал. Да 2020 года яго сума складала 10 тысяч долараў. З пачатку гэтага 22,5 тысячы рублёў. З 2021 года гэтая сума будзе індэксавацца з улікам росту спажывецкіх коштаў. Можна реалізаваць дасрочныя средства сімейнага капітала на строительство, реконструкцию или приобретение жилья, на погашение кредитов, которые были выданы на эти же цели, и процентов по погашению этих кредитов. Но эта норма применяется только в отношении тех семей, которые состоят на учете в улучшении жилищных условий, либо состояли на таком учете на дату заключения кредитного договора. Также досрочно использовать средства семейного капитала можно на получение платного образования членам семьи в государственных учреждениях образования. И третье направление, на которое досрочно можно использовать средства семейного капитала, это оказание услуг, медицинских услуг. В случае, если члену семьи требуются сложные высокотехнологические вмешательства по заключению органа, по заключению ВКК. Это в сфере кардиохирургии, нейрохирургии и онкологии. Можно также использовать средства семейного капитала и на оказание определенного ряда стоматологических услуг. Усяго за 5 годов дзеяння долготерминовой программы падтрымки шматдзетных семьяў у нашем регионе было открыто амаль 15 тысяч депозитных рахунков. По указе президента программа семейного капиталу протягнута до конца 2024 года. Навучыць ствараць сапраўдныя шэдэўры мастацтва. Шмат гадоў у вёсцы Чырвоны Бор Жыткавіцкага района Міхаіл Мельніченка і Леонід Макаревіч навучаюць дзяцей разьбе па дрэве. У выніку юнакі і дзяўчаты з маленькага населенага пункта атрымліваюць дыпломы на разнастайных конкурсах. З таленавітымі настаўнікамі сустрэўся Дмітры Котаў. Многие годы Михаил Мельниченко и Леонид Макаревич ведут гурток, где учат детей працевать с древом. Сегодня тут занимается 12 человек. Детей не шмат, але при этом есть свои плюсы. У Михаила и Леонида больше шансу, каб надать увагу кожному вушню. При этом детей имкнутся моцно не нагружать теории, а больше давать практики. Так, кажут, худшее можно овладать рамяством. Однако выключить махшимые травмы, кожное день юнаков под пильным наглядом педагогов. Сейчас дети занимаются одни, потом приходят другие. То есть наполовину. Детям 2 часа тяжеловато стоять, резать. Тут иногда и сам устаешь. Дерево, если попадется твердое, самого руки начинают болеть. А дети и не усидчивости такой нету, чтобы они могли выстоять 2 часа прямо с инструментом в руках. Теории стараемся давать как можно компактней. Дети стараются быстрее взять инструмент. Им практику давай, вот что.
Праца з дрэвам мясцовых дзяцей прыцягвае. Асвоіць навыкі разьбы, па словах Міхаіла Мельнішэнкі, не складана. Галоўная старанасць. Тады матэрыял лёгка прымае любыя формы і ператвараецца ў сапраўдныя творы мастацтва. Мне пасаветавалі друзья, они сказалі, што ім здесь хорошо, што здесь можна падзяляць разныя падзелкі, павырізаць. Я іх паслушаў і сюда запісаўся. Мне здесь нравіцца. У педагогаў ёсць некалькі прынцыпаў. Адзін з галоўных – любая работа павінна быць закончаная, але пры гэтым прымушаць сябе нельга. За працу трэба брацца толькі тады, калі цябе напаўняе натхненне і добры настрой. Тады канчатковым вынікам застанешся задаволены. Вот вы можете видеть работы детские на стене. Вот то, что они достигли. Некоторые достигли уже некоторых высот в своем роде, которые для их возраста, я считаю, что это хорошие показатели. Здесь вы можете видеть наши с коллегой работы. Тематика у нас природа, звери, птицы. Камунікабельнасць – адна з найважнейшых здольнасцяў педагогаў. Яны знаходзяць агульную мову з кожным са сваіх вучняў. Разам з імі, дарэчы, удзельнічаюць у розных конкурсах, па выніках якіх часта становяцца пераможцамі. А яшчэ яны ганаровыя госці на многіх фестывалях Беларусі. Дзмітрый Котаў, Сергій Лукашук, тэлерадыёкампанія «Гомель», Жыткавіцкі район. Прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў наводзілі парадак ля Абкамаўскага возера ў Гомелі. Гэта адна з самых папулярных зон адпачынку ў гамяльчан. Аднак не ўсе аматары бавяць час на прыродзе, потым за сабой прыбіраюць. За летні перыяд смецця назбіралася нямала. Каб сабраць яго, выйшлі некалькі дзесяткаў чалавек. Гэта валанцёры БРСМ і аб'яднання прафсаюзаў. Сегодня собрались волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи города Гомеля, а также профсоюзы. И мы решили убрать именно это озеро, потому что за лето, я думаю, здесь много мусора собралось. И здесь собрались люди, которым не безразлична, скажем так, экология нашего города. Гульня «Святла і ценю» – фотовыстава пад такой назвай адкрылася ў музеі гісторыі друку. Аўтар 25 работ – фатограф Еленка Данброва. Здымкі зроблены ў жанры абстрактывізму. Падрыхтоўка серыі здымкаў «Гульня «Святла і ценю» цягнулася больш як 10 год. Унікальнасць прадстаўленых здымкаў у адсутнасці фотошопа і монтажу. Вот в этом вся унікальнасць – адсутствие фотошопа і то, што вы видите «Игра «Святла і ценю». То есть все нас спрашивают, а эти цвета – это так оно и есть? А вот эти вот окна или это расположение отверстий, да. Это человек, как она увидела, так она сфотографировала. И когда я спрашивала по поводу всех ее работ, названий, она говорит, вы знаете, каждого свое видение, и мне интересно. То есть вы даже можете пройтись посмотреть, приходите, кстати, к нам в музей фотографии истории печати, посмотрите на наши работы, вот, и сами придумайте название каждой из картин. Еленка Данброва – член грамадскага аб'яднання фотографаў Беларусі і Саюза дызайнераў нашай краіны. Уваходзіць у Народны фотоклуб «Мінск». Яе працы знаходзяцца ў пасольстве Італіі ў Беларусі, музеі Заіра Азгура і прыватных калекцыях у Польшы, Літве і Германіі. Гэта іншыя навіны, інфармацыю о праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можете знайсці на нашым сайте ў інтернеце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.